Я вот не знаю, купил специальный для промывки двигателя Manol Injector Cleaner. Средство для очистки топливной системы. Ну, для профилактики, я думаю, надо будет это все очистить. Сейчас попробуем залить. В общем, заправили 30 литров бензина 92-го. Ну, как по инструкции, здесь 30 литров нужно заправлять, а потом уже добавлять вот такой вот очиститель. Так как капремонт сделал двигателя, я думаю, надо будет попробуем это все влить. Будет эффект. Ну, многие в интернете по отзывам говорят о том, что нежелательно это все заливать. Ну, а мы попробуем. Все. Привет, мои дорогие друзья. Сегодня мы отправляемся на рыбалку. Ну, можно сказать, как бы, я не знаю, вловим, не вловим что-нибудь, но в итоге отдохнем на природе, посидим. Ну, в общем, сейчас все сами все увидите. Поэтому давайте порыбачим немного. Что я взял для рыбалки? Вот купил, у нас магазин есть такой, рыболов называется. Ну, неплохой такой магазин. И вот наживка какая. Ну, взял я червей. Вот такие вот черви. В баночке такой. И взял опарышей. Вон. Даже, наверное, живые, да, я оставил их в прохладное место. Хотел на рыбалку встать после работы в часов, наверное, в 5-6. Но, к сожалению, не получилось, потому что уставший был и не смог встать 5-6. Сейчас у нас на телефоне 9:47, 10 часов. Ну, посидим часика 2, наверное, 3 и будем собираться уже домой. Все, сейчас сами увидите, какая будет рыбалка у нас. Смотрите, что я обнаружил, можно сказать, на небе. Какая красота. Он как будто кто-то рисует. Смотрите, почерки какие. Вообще идеально. Как будто полотно и нарисовали вот так вот. Облака какие. Погода сегодня отличная. Я думаю, рыбалка будет тоже отличная. Ну а там, что вловим, не вловим, это уже будет. Главное насладиться вот такой вот природой. Сам процесс. Рыбалка — это сам процесс. Так, для рыбалки взяли вот такой вот рюкзак. И штатив. Это я брал. Так, и какой-то обед он. Маринка положила мне обед. Рыбалка рыбалкой, а обед вовремя должен быть. Сейчас сумку это все сложим, возьмем удочки. Так, вообще-то я сюда сегодня приезжал, чтобы два дела сделать. И на рыбалку сходить, ну и перекопать здесь. Времени все никак не было, работа, работа. Ну, здесь позарастало уже травой, я не знаю, надо будет все корни выбирать. В общем, посмотрим. Может, даже сегодня не будем перекапывать огород, а просто на рыбалку сходим. Поэтому так вот. Вот они еще, две удочки я покупал. Надо будет сейчас посмотреть, крючки здесь есть. А, есть. Если что, поставим крючки. Ну, маленькую я покупал Маринке, а мне большая вот такая вот. Ну все, тогда отправляемся на речку. Будем смотреть, что там клюет, не клюет. На опарыши, на червей взяли. Я хлеб забыл. Ну ладно, сейчас посмотрим, как оно будет клев. Что-то я здесь хожу, брожу, не могу никак найти место возле речки. Фух, тут везде он болотистая местность идет. Там он болото встрял, блин, ногой, все промокло. Все ноги попромокали. Ну вот она, собственно говоря, здесь течет сама речка.
Вон я, что да, идет туда. Сейчас обойдем. Ну, вот так, я думаю, обойдем и там найдем, может, место. Там, где камыши, затишье, чтобы было. Но погода хорошая, поэтому надеемся что-то ловить. Взяли ведро. Я думаю, надо будет Маринке позвонить, чтобы она сковородку уже ставила. Ну, я думаю, наловлю вот где-то столько, а там посмотрим. Фух. Так, сейчас немножко вот туда дальше пройдем. И будем смотреть, какое место найдем. Пока рыбных мест не знаю. Там уже в дальнейшем буду, когда здесь ловить. Буду спрашивать, где какие места есть. Но сейчас пока. Пока так. Пробный вариант. Короче, все. Приплыли. Вот это проходил через это все болото. Это вообще кошмар. Ноги он все мокрые. Вот это экстремальный вид занятия спорта. Прошел через болото, вот сейчас дальше иду. Вон дальше еще речка идет. Ну, маленькая она. Такая вот. Сейчас где-нибудь еще найдем, попробуем место. Не знаю, там дальше они, наверное, не пойдут. Там еще болота идут. Я прошел вот эти все болота. Это ужас какой-то. Ну все, собственно говоря, пришли. Здесь особо ветра такого сильного нет. Ну и течения в основном нет. Вот сейчас забросили. Пока стоит намертво. Так. Ну вот так вот. А там дальше течение было большое. Там тоже болото. Я не пойду туда. Сегодня так, пробный вариант. Не брала ни прикормки, ничего. Чисто вот так вот посидеть, пообедать. Приволокли вот такую вот деревяшку, чтобы можно было сидеть. Но пока что-то не клюет. Но сейчас посидим еще. Что-то погода изменилась вообще. Да и клево нет. Ни один, ни одна удочка. Там на одной удочке получается опарыш. Ну а на другой. На другой червь. Что-то начинает мне эта речка не нравится. Не знаю, посмотрим. Сейчас посидим уже полчасика. Минут 20. То ли, может, не сезон. Не знаю, это апрель месяц. Хвост, рыба, чешуя. Не поймал я ничего. В общем, вообще даже полтора часа просидел. Даже ни разу не клюнул. Еще и ветер поднялся. В общем, я думаю, либо не сезон, я не знаю, либо будем искать какие-то другие места. Поэтому такая вот речка. Ну, будем смотреть. В общем, собираем, сматываем удочки. Потому что рыбалки не будет. Ладно, в другой раз потом, наверное, в мае выйдем. Будем в мае пробовать ловить. Май, июнь и другие места. Поедем, наверное, на Чигиринку. Чигиринское водохранилище. Другие какие-то места будем пробовать. Ну, мы ловили на Чигиринке. Там как бы и клюет, и нормально. Будем на Чигиринку ездить. Ну, посмотрим, какие будем выбирать. Где-то какие-то озера найдем. Ну, а здесь вообще не фонтан. Все. Просто времени в обрез. Надо будет, возможно, сейчас пойти на дачу, перекопать огород, может. Все, до связи. Вот такая вот рыбалка. Ну, ничего страшного. Я думаю, в следующий раз потом как-нибудь порыбачу. Так, мы пошли, сейчас пойдем через лес, потому что там болото. Уже туда обратно не пойдем, он ноги намочил все. Так.
А вот тут какие-то цветочки. Может, кто знает, что это за цветы. Их тут в лесу очень много. Вот такие вот цветы. Мы когда-то с Маринкой были, отдыхали, ездили. Вот такие вот цветы рвали. Может, кто знает, напишите. Так. Возвращаемся домой. А вон еще цветочки такие идут. Они красивые. Это старый забор какой-то был здесь. Чей-то. Вот такие вот. Не стоит, я думаю, печалиться, не вловил, зато посидел, отдохнул, покушал. Так. Вот их здесь сколько много. Так, пойдем, наверное, в обход. Где-то мы, интересно, выйдем.